На 17 мая из необходимых 6 тысяч голосов набрано чуть больше 4,5. На минувшей неделе в процесс активно включились волонтеры молодежного центра городской администрации. Для голосования через их приложение нужен лишь номер телефона и имя и фамилия голосующего. Вот выбираем парк Тетюхина, территорию, и голосуем. Волонтеры молодежного центра уже побывали в нескольких школах и зданиях управления ВСМПО. С их помощью голосование занимает меньше минуты. Так как мы являемся жителями Верхней Салды и у нас у всех есть дети, мы, конечно же, хотим, чтобы этот парк облагородили, наконец-таки построили, и мы в нем уже гуляли. Без массового одобрения салдинцами очередного этапа проекта город может не получить финансирование, а значит строительство парка Тетюхина может встать на паузу. И мы еще долго не сможем вот так прогуляться по благоустроенным дорожкам. Если вы еще не проголосовали, найдите минуту времени. Напомним, сделать это можно на сайте 66.городсреда.ру. Если хотите проголосовать коллективом, вызывайте волонтеров по телефону 5 20 25.